В администрации городского округа Люберцы прошло заседание Совета депутатов. На повестке дня стоял вопрос о внесении изменений в бюджет 2021 года. Дополнительные средства потребовались на содержание и реконструкцию дорог, ремонт подъездов в многоквартирных домах, а также благоустройство Малаховского озера, парка в поселке Октябрьский и Наташинских прудов. В план расходов включили закупку оборудования для учреждений культуры и спорта на новый учебный год. Проектом данных изменений общая сумма доходов бюджета увеличивается на 216 миллионов рублей за счет увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов и корректировки объема межбюджетных трансфертов в форме субсидий и субвенций. Общая сумма расходов также увеличится на 216 миллионов рублей. Также депутат Московской областной думы Игорь Каханы от лица депутата Государственной думы Лидии Антоновой вручил почетные награды народным избранникам Люберецкого округа. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие законодательства местного самоуправления и активную общественно-политическую деятельность в городском округе Люберцы благодарственное письмо вручается Сергею Николаевичу Антонову.